Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы с тобой поиграем в то, во что, возможно, никто из вас не хотел, но кто-то из вас, наверное, хотел. Мы сегодня поиграем с тобой в Five Nights at Freddy's Factory. Это хорорец, просто сейчас довольно мало нормальных ФНАФов. То он на меня Фокси пырится сзади. Здорово, Фоксян! А, он еще. Федор за мной подглядывает. Бля, вот это ты подглядываешь. Короче, Федор лежит в мусорке, потому что там ему, судя по всему, и место. Это не мои слова, это слова автора. Вау, а графоник, кстати, нормальный. Нормальный, кстати говоря, графоний. Я, судя по всему, родился в мусорке, потому что других выходов сюда я не вижу. Я как бы вдруг такой... и вылез из мусора. Ну, в принципе, ютубер, как бы, что делать? Еду, наверное, искал, монетизацию, все дела. Графоний хороший, слушай. Прям неожиданно. Вали отсюда, Каркарыч, ты мне не интересен. Грози по зареме. Грожу, грожу, буду грозить. Ворона, сука, ты уже залетаешь пятый раз, прекращай. Короче, кирпичи откладывают сюда, видимо, авторы предыдущих игр. Или, возможно, игроки в эту игру. Я пока не очень знаю, я могу трогать кирпичи. Не могу трогать кирпичи, зато умею летать. Прекрасно. Короче, я не знаю вообще ничего об этой игре. Я просто увидел графоний на скриншот. Автор. Автор игры. Какой же ты классный, а? Наконец-то хоть какой-то автор игры догадался, что нужно подсвечивать штуки для того, чтобы эти штуки не потеряли. Мы, конечно, туда не пойдем. Мы пойдем в другую сторону, потому что... я живу по своим правилам, и мне на все посрать. Я иду куда хочу, а я хочу идти к кирпичам. А, тут походу у нас... не, слушай, а тут много... в Стебрзнори-нори. Возможно, это Польша. Не, слушай, наверное, давай мы туда сходим, я просто не уверен. Возможно, здесь сейчас какие-нибудь звуки будут. Или какая-нибудь страшная шняга, а то я сейчас туда пройду, все увижу, и будет уже неинтересно, не будем откладывать с тобой кирпичи. А это не очень, да? Ноль из четырех. О, Фоксян, здорово. Фоксяный. Окей, ребят. Бля. Это ж не я бегал, да? А у меня наушники те одеты или нет? Это те наушники или нет? Это те наушники. Блять, мне стрёмно. Ты что там бегает? Там, блядь, спринтер какой-то бегающий, я не знаю. Я не понимаю, что происходит. Мне страшно отсюда уходить. Еба, давай возьму стул. Да, сука, стул просто всех побью. Ладно. Собрали мужество в кулак. Ладно, и забыли нахуй. Уходим отсюда. Ты чё, певец дофига? Алло. Так, ну я знаю, что это Фоксян, я его узнал. Я узнаю его из тысячи. Сука, как бы тебя стулом убить, тварь, а? А? Я не понимаю, он бежит ко мне или от меня, или где он? Труба? Не, ну это явно не труба. А что здесь должен найти? У меня есть что-то 0 из 4. Ладно, ребят, я понимаю, что возможно ты хочешь, чтобы я просто взял и пошел вперед, но я сук. Ты не можешь меня ругать за то, что я су? А, ладно, пошли. Ладно, пошли. Я ж храбрый, никогда ничего не боюсь. Сука! Нет, все нормально, все нормально. Че ты ссышь? Че ты вот этот? Что? 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 Что это? Что это? Ёб твою мать! Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Это у меня... ты сюда пройти не можешь? Что происходит? А, у меня фонарик, кстати говоря, есть. Ля. Для превьюшки пойдешь. Хе-хе. Да, я лучше тебе вот так вот. Подожди, 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 подожди. Оп! Хорош. Так и что, ты отсюда не уйдешь, да? Диридам, дим, дам, дим, дам, пизду отсюда, нахом! Так, ладно, давай попробуем отсюда выбежать. Побежали. Ты тварь, а? В общем, у нас здесь бегает Фокси. У нас здесь гоняет Фокси. От Фокси мы должны, походу, прятаться. И похоже, что... я должен что-то найти, но я пока вообще ничего не понимаю, что... что мне можно найти на этом, мать его, просранном унитазном заводе, а? Вон, 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 вон. Я видел его. Я видел. Все, все отлично. Фух, ладно, нормально. Все нормально, все нормально, все нормально. Это просто труба, не бойся, не бойся. Ты что, трубы боишься? Ты что, сантехник, что ли? А что ты боишься? Это... я хочу что сказать? Я хочу сказать, что мне надо сюда. Но это не работает.
Я не знаю, я жму, а оно не работает. Ладно, пойдем наверх. Он, скорее всего, сейчас туда прибежит. Он же наверху бегал, 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 и потом сверху прибежал сюда. В общем, у нас есть сюжет. Наверное, я не знаю. Почему я, сука, бегаю возле пальм? Понял, 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 понял! Нам надо прятаться. Гениальная идея, правда? Нам нужно куда-то прятаться. Ну я вообще... Завис. Я вообще не понимаю, куда прятаться. Ладно, пошли наверх. Пошли наверх. А прыгать я тоже не умею, да? Да, не умею. Ну ладно, нормально. Нормально, я разобрался. Я разобрался, как бегать, куда бегать. О, тут что-то светилось. Что-то светилось. Что это светилось? Ничего не светилось. Фокси! Сука, Фокси! Так, 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 ты не умеешь преодолевать лестницы. Я тебе точно говорю. Здорово. Окей. Оп. Видал? Сука, гениальный мозг! Так, не-не-не-не-не, живем, живем, живем. Главное не оглядываться, главное не оглядываться. Блять, зачем я оглянулся? Все нормально, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Ладно, все плохо, мы с тобой все, конец, это конец, это конец. Он меня догоняет потихонечку, потихонечку. Ну, ясно. Нам нужно прятаться, но прятаться нельзя. Как не спрятаться туда, куда прятаться нельзя? Нельзя, не дают. Я жму кнопку прятаться, игра мне говорит, слышь, видишь чупа-чупс, иди соси. И все. Я не вижу чупа-чупс, но как бы... Я жму. Я же жму. Может, какой-нибудь другой кнопкой? Ну, я что-то активирую. Ну, прям вокруг меня бегает. Зажать. Здорово! Остановился немного, подумал об этом и такой, ну ладно, ну ладно. Слушай, тут что, не работает это? Не работает, не хочу выходить. Тут не работает, ой. Ой, сломался. Мышка летает теперь. Я знаю, тебя мышка бесит. По люксу, я это понял. Да бляха. Вот я жму. Я жму. Я жму. Я жму. Ну вот, я нажал. Я не знаю. Это его привлекает. Вот почему он остановился. Фоксян, тебя ж туда привлекло. Тебя туда. По идее, если я правильно понимаю, это должно его привлекать. Ну потому что там же есть какой-то... Было бы прикольно, если бы меня обучили играть. Ну, ну, немножечко было бы полезно. Ну, чуть-чуть, совсем милиписечку. Было бы полезно. Вот смотри. Вот, нажалось. Тут есть шкаф. Но шкаф мне ничего не дает. Хорошо, оно нажалось. Давай посмотрим на его поведение. Фонарик вырубил. Классное поведение, мне нравится. Мне нравится, мне прекрасно нравится. Ля, ну выглядишь ты довольно неплохо, я тебе точно скажу. Ладно, побежали. Прибежали в трубу. Я оттуда, кстати говоря, бы и не сбежал, потому что прыгать я не умею. А там труба. Это самый главный наш с тобой враг. Ладно, давай разбираться. Давай разбираться. Что мне нужно найти? Или вообще мне отсюда нужно свалить? Ну потому что, я не знаю, вообще как бы это, ну вот оно самое. Ну ты понимаешь. Трубу найти, кирпичи найти. Игра, было бы прикольно, если бы ты мне хоть что-нибудь объяснил. Ну вот, ну буквально. Чуть-чуточку объяснил бы. Не, смотри, он не бежит прямо ко мне. Он бежит просто рядом. То есть прятаться от него это реально. Во! Я нажал. Может, надо посильнее нажимать? А-а-а, и вот оно! Девка за рулем. Я понял тебя. Я понял тебя. Так, тихо, тихо, тихо. Мне, короче, нужно 4 этих штуки активировать. И тогда все будет хорошо. И Фоксян, по-моему, прибегает прямо сюда. Мне нужно много раз жать. И тогда оно активируется. Недостаточно понажимал, недостаточно. Недостаточно нажимал, нужно было больше нажимать. А Фоксян где? Фоксян, ты где? Так, я понял, он рядом. Он рядом где? Он рядом там или рядом тут? Парабам-бам-бам-барам-бам, скажи мне, Фокси. Ладно. Пиздец. Нет, нормально. Хорош. Все, он сейчас сюда точно придет. Сюда точно придет. А может это защита? Фоксян же боится света, правильно? Нет, он не боится света. Понятно. Понятно, 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 понятно. Потому что я видел. Я видел. Я видел, как он бежит, и мне это не понравилось. Так, тихо, закрываться я не буду, закрываться я не буду. Куда я бегу? Что я бегу? Куда я бегу? Где он вообще? Фоксян, скажи дарадам-дам-дам-дам-дам-дам. Это так хорошо получалось прям у тебя. Вообще прекрасно, мне нравилось. Шучу, не нравилось, никогда больше бы этого не слышишь. Мне туда надо, мне туда надо. Нет, нет, я сюда пришел. О, спасибо, сказал, кстати, послушный какой. Так, я был здесь. Здесь я активировал, это 2 из 4. Значит, мне нужно вниз. Не, на самом деле прикольная идея. Ой, у меня что-то подлагивает начало. Так,
по звукам. Я по звукам вообще не понимаю, кстати говоря, где он, кто он, зачем он, о чем он, почему. Мы активировали с тобой две. Вон еще одна. Вон еще одна, я ее вижу. Я ее вижу. Detected. Detected. Сука, трубы. Какие же гадские трубы. Почему я не могу взять трубы и просто ударить его? Во всех ФНАФах один и тот же вопрос, знаешь? Я понял. А, я понял. Он, по-моему, тут, вот тут сейчас пробежал. Тихо, 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 тихо. Здесь я был? Здесь меня не было. Активируй, 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 активируй. Нет, здесь я был. Все это уже активировано. Все это активировано. Ты где? Паксиан? Он куда-то очень бежит. Очень активно бежит. А вон он. Чухо! Тикой! Я понял, я понял, я понял, я видел. Все, отлично. Я знаю его позицию, я знаю его дислокацию. Это то, что мне нужно для того, чтобы победить. Еще глаза мне, сука, вернули. А как мне спуститься? А я как бы бегаю наверху же, а мне надо вниз. А мне надо вниз, я же наверху. Это ж неправильно. А, может мне еще выше? Вот он спуск, кстати. Вот он спуск, вот он спуск. Так, здесь я активировал. Но свет вроде бы есть. А меня там нет. Не-не-не, надо активировать. Надо, да хватит бегать. Надо активировать. Но я понял суть. Я понял суть этой игры. Еще бы мышку мне вернули, видишь, мне просто приходится ее зажимать для того, чтобы она... Хотя, ладно, неважно. Кто уронил стул? Почини, поверни. Тебе быстрее. Я дома, чеке! Тупая кусок вонючего говна! Хорош. Хорош. Тихо, 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 тихо. Я забыл о том, что он здесь. Сука, бегун ты, марафонец, иди отсюда. А, кстати, он реально ушел. Он взял и ушел, ты прикинь. Какой послушный, хороший, молодец. Не хвали аниматроников. Никогда не хвали аниматроников. Иначе они придут, эго у тебя побьют. Так, давай мы, наверное, знаешь что, давай мы заново начнем. Я, в принципе, понял этот режим. Мы с тобой сейчас зайдем снова, и мне с тобой интересно посмотреть, что здесь еще есть, кроме вот этой вот локации. Графоний хороший, геймплей неплохой, но не очень понятно, как прятаться, и не очень понятно, как играть. Но мы с тобой сверхразумы. Мы с тобой все понимаем во всем разуме. Я там видел свет. Мы с тобой сверхразумы, мы с тобой все понимаем, все разбираемся. Возможно, здесь несколько игровых режимов сейчас будет, кстати. Потому что вот эта дверь подсвечена. А может быть, мы пойдем дальше, еще одну дверь подсвечена увидим. Потому что мы с тобой видели Федора. Он там прятался. А если Федор прячется, значит, по идее, его можно найти. 8 написано. Возможно, здесь будет 8 мини-игр. Возможно. А может быть и нет. Ну, кто его знает. Но пока... Еба, Бонни. Здорово, Бонни, а что ты там делаешь? Подожди, а тут также, наверное, прячется. Йоу, мне что-то мурашки пробили. Слушай, он довольно криповый. Бонни, здорово. Здорово, бро. Я тебе могу сказать, что ты кусок отстойного мусора, а ты мне ничего не скажешь, потому что ты в мусорке как раз и сидишь. Так, подожди, а где мы были, где мы не были? Здесь мы не были. Я думаю, что мы можем еще и Федора где-то найти. Ну-ка, давай поаккуратнее. Он, скорее всего, где-нибудь в мусорке лежит. Ну, потому что он же был показан в мусорке, правильно? Нет, видишь, тут ничего нету. Тут, видимо, есть один пасхальный Бонни. И все. Не, ну на самом деле, идея неплохая. Хотелось бы получше реализацию. И в принципе нормус. Но я прям очень подкуплен графикой. Если бы здесь была отстойная графика, то я бы сказал, игра фу. Но из-за того, что графика хорошая, я говорю, игра не совсем фу. И у нее есть какие-то шансы, какие-то предположенческие возможности для будущего. Хотя, возможно, ты со мной не согласишься. Возможно, ты скажешь, что нет. Вообще-то игра фу. Андрей, ты не прав. Я с тобой, возможно, даже и соглашусь. Потому что это имеет смысл. Ну, а пока на этом все. В принципе, вы хотели ФНАФ, вы получили ФНАФ. Я не сказал бы, что это супер круто, но сейчас особо других нормальных игр нету. Если у вас есть какие-нибудь идеи по интересным пародиям на ФНАФ, напишите в комментариях, будет интересно посмотреть. Может, мы во что-нибудь поиграем. А пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.